прошлом фильме я начал рассказывать, как использовать по назначению гламурные аудиомурзилки, аудиожурналы, ну и в принципе завершение. После написания скетча смотрим, что получилось из этого. Вчера я начал снимать сюжет о гламурных журналах. Ну, как бы, вот один из них, шикарная бумага термо, которая печатается просто охренительно. То есть делается оплата лучше, чем на фотобумаге, на ватмане. Ну и чтобы этот сюжет закончить, вот я показываю. Вот. Второй вон там стоит объект. Раз, два, три. То есть связано со звуком. Ну это как бы проба перегнать радиомикрофоны, да. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, потом музыку какую-нибудь поставлю. Второй, вот он. То есть вот такое вот хозяйство. Ну, уже акустическая завязка идет. К сожалению, у меня только одна рука свободная, поэтому вот две рации запустить не могу. Но время уже позднее. Что-то я сегодня так, придя, засиделся. Поэтому буду на дальность испытывать завтра вот это вот. Конструкция простая. Кому любопытно, могу дать ссылку. Пишите вопросы.